Мустафа Наем в Одессе. Приехал разобраться в ситуации с коррупцией, избиениями активистов и разбазариванием бюджета Одессы. Для этого он лично решил поприсутствовать на сессии городского совета. Она, к слову, началась с его выступления. Все подробности знает наш корреспондент Екатерина Лапицкая. 10 утра, сессия городского совета открыта. Первым выступает Мустафа Наем. По словам нардепа, в последнее время он получил множество обращений и жалоб от одесситов, журналистов и активистов. Нещодавно было звіряче побити нашу колегу, журналіста, активіста Світлану Підпалову. До того в Одесі 5 сесій поспіль міської ради проходили з протистоянням активістів, журналістів, муніципальною охороною и теми структур, которыми охраняли будівлю. Нардеп возмущен тем, что в здании городского совета возможно насилие. И что в муниципалитете отрицают подтвержденные факты нападения активистов. У меня сейчас есть на руках ответ міськради про то, что побиття в червне 2017 года одного из наших коллег не мало места, что это все структуры, которые работали тут, были в рамках закона. Но это неправда. Мы бачили видео. Зараз є кримінальна справа по цій справі. Я думаю, що будемо з нею слідкувати. Следить будут и за развитием ситуации с новым офисом Одесской мэрии в здании завода «Краян». Он был куплен за баснословную сумму, и стоимость ремонта постоянно растет. Все еще идут спробы выделять гроши на ремонт этой будівлі. Знову ж таки, это ваше право выделять гроши, оголошувати тендеры. Но на данный момент идет кримінальне провадження по цій будівлі, в якій вже є ухвала суду, якому конкретно написано, в чому підозрюється і чому це було порушено. Говорит, выделять деньги сейчас было бы неправильным, как и финансировать муниципальную охрану. Тем более, что нацполиция может и должна выполнять функции, возложенные на муниципальную охрану. За наступні три роки на цю охоронну структуру буде виділено 41 мільйон гривень. Це для міста дуже великі гроші. І я не дуже розумію, чому, наприклад, не побудувати за ці гроші 10 кілометрів дороги в містах, не виділити, наприклад, на треть школи якоїсь, або не побудувати бібліотеки. За ці гроші можна побудувати 7 бібліотек. Но нашлись несогласные. Екс-командир «Шторма» уверяет, в муниципальной охране есть патріоти и учасники АТО. Я не знаю, як у них правони відношені зброї, но знаю одно. У них вогнепальної зброї немає, травматичної зброї немає. У них є тільки руки і їхні мозги, які дають право їм приміняти свої руки. І може, я не знаю, там кайданки, якщо є, то може їм дали, може не дали. На сьогоднішній день це саме безоружний підрозділ нашої територіальної оборони. У якобы безоружных сотрудников муниципальной охраны теперь есть дубинки и газовые баллончики. И даже без них у охраны мэрии неоднократно были конфликты с активистами и журналистами. Кто вы такой? Кто вы такой? Успокойтесь, вы устроили заседание. Это позорище, это стыдно. Ни в одном городе такого нет. Мустафа Наем намерен отстоять права активистов и журналистов беспрепятственно освещать работу муниципалитета. А от самой мэрии будет добиваться максимальной прозрачности. Екатерина Лапицкая, Андрей Дьяченко, 7 канал.